Соединенные Штаты пристально следят за подготовкой к российским военным учениям «Кавказ-2016» и обеспокоены тем, что они будут проводиться неподалеку от границы с Украиной. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Мишель Балданса. По мнению военного ведомства США, этим учением Россия подрывает стабильность в регионе, особенно в контексте ситуации на Украине. «Мы неоднократно призывали Москву предпринять шаги для снижения напряженности в регионе, в том числе путем конструктивного участия в полноценной реализации Минских соглашений», отметила Балданса. Напоминаем, что стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2016» пройдут в сентябре 2016 года на территории Южного военного округа Российской Федерации.